Увидеть Югру, влюбиться в Россию. Именно под таким девизом большая делегация волонтеров встречала спортсменов со всего мира. Сегодня в Ханты-Мансийске дадут старт 5-м всемирным играм юных соотечественников. Более 600 русских иностранцев познакомятся с культурой России, а также посостязаются в 7 видах спорта. Первая сборная, которая ощутила на себе теплый прием югорчан, оказалась делегация из Словении. Команда была собрана буквально со всех уголков страны. Они говорят на русском языке, они помнят свою историю, они знают о своей культуре и традициях. Из разных уголков Словении собрались, учатся в разных школах, занимаются разными видами спорта.